Предлагаем вам ознакомиться с руководством по использованию мобильного терминала MiniPOS. Приобретите мобильный терминал MiniPOS. Адреса точек продаж указаны на сайте minipos.kz. Заключите договор об обслуживании терминала MiniPOS в Казкоммерцбанке. Проверьте электронную почту. Мы вышлем вам пин-код и код активации. Для работы потребуется мобильное устройство из списка поддерживаемых смартфонов и планшетов. Скачайте и установите бесплатное приложение MiniPOS для iOS или Android. Запустите приложение. Перейдите в раздел «Настройки» и введите код активации, полученный от Казкома. Вы можете настроить дополнительные поля для удобства отслеживания принимаемых оплат. Для приема оплаты перейдите на экран «Платеж». Введите сумму и описание товара или услуги. Затем нажмите кнопку «Перейти к оплате». Соедините MiniPOS. Проверьте заряд батареи терминала. Установите максимальный уровень громкости и убедитесь в наличии связи с сетью интернет. Терминал MiniPOS принимает к оплате все виды банковских карт Visa и MasterCard. Для приема оплаты по карте с электронным чипом просто вставьте карту в MiniPOS. Для чтения карты без чипа нажмите зеленую кнопку на экране приложения и аккуратно проведите карты через MiniPOS. Чтение карты через другие ридеры производится аналогично. Для завершения оплаты введите пин-код, полученный от Казкома. Затем укажите email-адрес вашего клиента. Обработка занимает до 30 секунд и зависит от скорости доступа к интернету. Получите подпись клиента для подтверждения платежа. Вы можете настроить оформление чека и использовать его для продвижения вашего бизнеса. Принятая оплата переведена на ваш счет. В разделе «История» вы сможете отслеживать принятые платежи, экспортировать данные и отменять платежи в любое время. Отмена транзакции осуществляется после выбора нужного платежа и заполнения полей. Принимайте оплаты с помощью мобильного терминала MiniPOS. Зарабатывайте больше вместе с Казкомом.